Привет, зрители. Протирание пыли – это такой жуткий процесс. Благодаря вон той стрекозе я в итоге забыла, как у меня тут было. Поставила еще вон эту красивую вазочку, которая обычно вон там стоит. Кошечка Ксюшина стоит теперь наверху. Алтарь мой, моему алтарю угрожает опасность. Ну, это, я думаю, понятно, кто, да? Вон сумку грызет. Зачем грызешь сумку? Ты зачем грызешь сумку? На приближении было. Вообще, беспардонная кошка. Нельзя грызть сумку. Сумка хорошая вещь. Здесь у меня была пара подносиков. Один подносик я все никак не обозрю уже года полтора. Теперь они у меня убраны, где посуда. На балконе. Сейчас у меня здесь смартбук, графический планшет. Мы повадились кусать бумагу. Пытались вон то солнышко закусать. Мне пришла мысля, которая у меня была еще когда пианино стало вот здесь, что вот туда вот можно бы поставить, повесить полочку. Но ту полочку, которую я хочу, оказывается, или уже не выпускают, или хрен найдешь в наличии. Полочку со стеклянными дверцами, по типу, как у меня была часть стеллажа в той предыдущей квартире в комнате моей. Зеваю, короче, под всякую такую мелочь и ориентировочно, вот, ну, где-то, чтобы хамурка влезла, хамурка где-то на 23 сантиметра высотой. Вот мы уже тут прыгаем. Потому что как-то я пришла домой, я обнаружила на полу обезьянку. Отсюда я поняла, что мы сюда уже прыгали. И как-то она и прыгала туда. И вот здесь теперь практически ничего нет, потому что мы тут прыгали. Вообще, на самом деле, я хотела показать вот эту, скажем так, искусство создавания. Сейчас хотела убрать, ну, это подсвечники. Я думала их на балкон вынести, потому что, в принципе, сейчас они мне как бы не очень нужны. Ну, на дом сидит сейчас обезьянка, приноровилась Женькина обезьянка, подсвечники от Лены Мингстера Москва. Я к тому, картинка. Особое умение на создать картинку. Ну, здесь наклейки от этого, от магнита, но вообще петушок, да, потопный советский, не знаю, жив ли ключик, но он может поклевать. Он клюет, когда мы спим. Черепашка тоже допотопная, советская. Значок Тоторо, или как там его прикрепила к Мамори, защиты ус. Судзуна поменялась с Кёко Саякой, она теперь тут. Хотелось, чтобы все было видно как-то, вот оно сейчас по нас, точнее по стене он пытается ползти, по обоим. Я ее вчера познакомила поближе с водой. Я так поняла, что ей понравилось. Хотя первый раз не понравилось, когда случайно попала водой. Короче говоря, так, кошка, по-моему, адаптируется к любой поверхности. Ибо, ну, лежит мандарин, да? Вроде он невкусный, не нравится, поцарапали, он чем-то пахнет. Мы туда стали забираться, хотя раньше проваливались и боялись этого. И тут стали в 3 раза больше. Но забираемся и вылезаем. Короче, мандарин мы теперь обходим стороной, если его видим по пути, и идем дальше. Мне осталось только вот эту полку сейчас протереть. Ну и тут по мелочи. Пылесосить я, видимо, уже буду завтра. Потому что у нас времени 9 вечера уже. Я 3 часа, ну 2-то точно. О! Залипала на Озон, в Айсберрис, вообще интернет насчет этой полочки со стеклом. Я даже готова, согласна на какую-нибудь пластику, если есть с прозрачным каким-нибудь пластиком, чтобы с одной стороны было видно мою мелочь красивую, а с другой стороны, чтобы вот это вот существо
обезопасить это от существа. Я тут в два ночи убралась, потому что у меня тут на столик этот прыгали, со столика потом туда, и вообще что-то буянили и бузились. И сначала я думала сюда какой-нибудь маленький полупрозрачный стеллажик поставить. Ну что-то вот думаю, а хрена он тут. Ну, короче, в прострации, в раздумьях. Наверное, тебе пока, зритель.